Олег Горкуша является фронтменом группы «Аукцион» со своими задорными танцами. Его приняли в группу, когда он показал несколько своих стихов. Кстати, вот он танцует вместе с Шевчуком. Олег Горкуша номер один в Питере. Я номер два. Группа появилась в 78 году, но название «Аукцион» появилось только в 83 году, когда их приняли в Ленинградский рок-клуб. Группу создал Леонид Федоров, который и по сей день является ее вокалистом. Как утверждают участники группы, режиссер Алексей Балабанов выпросил у них песню «Дорога» для фильма «Брат 2» почти даром.